Мужики, всем привет. В общем, надо убрать мост, но заодно решил его взвесить. Нету поперечной, нету узла качения, да, несколько болтов там не хватает. Ну, уже 48,5 килограмм противовеса. Вот такие дела получаются. Что-то я сегодня видосик не снимал. Не снимаю, точнее, для Ютуба. Так, занимаюсь то по двору там. То дреманул после обеда пару часов. Вот. Балку старую снял, шаровый у меня здесь стоял. Только он был на трубе. Трубу я обрезал и прям к пластине. А здесь вот 8-й швеллер. Пришлось вот так, а здесь пришлось сделать такой потайчик. Прямо в ребре, чтобы гайка стала. Вышлифовал, все, закрутился. Шаровый чуть смещенный сюда к краю. Это узел качения будет. Два шаровых. Все, до свидос. Тут толщины. Швеллер попробую согни. Захочешь, не согнешь. На два болта достаточно. Здесь крепится. Потому что и там все это до кучи. В совокупности крепкая конструкция. Так, ну это еще все горячее. Блин, она горячая аж до сюда. Не знаю. Попробую. Капец. Тоже 8-й швеллер сверху. Внутри там не проваривал. Ну, косынами поусиливал. Вот эти, которые спиливал. Вот эти, которые спиливал косынки, чтобы они углы острые не были. Тут добавил. Ну, там тоже спиливал. Вот. Я думаю, пойдет. Для меня пойдет. Я парень не гордый, даже шлифовать не буду. Вот, примерял. Ой, вообще шикардос. Мужики, вообще. Все, останется кинуть, сделать тягу поперечную. И, может, сошки придется разогнуть газовым резаком. Это я еще померяю. Сейчас буду прикидывать. И кинуть тягу от этого. Но она здесь у меня того компактная. У меня получается, что она один край отрезанный. И обратно надо будет эту точку искать. Заморачиваться с маятником не буду. Прямо напрямую кину. Сколько будет выворот, столько и будет. Я имею в виду. Так, чтобы поперек колеса не становились. Вот такие вот дела. Раскидал я его ровно, тут я не знаю, минут за 5, наверное, 10. Все на болтах. Вот, а в дальнейшем, мужики, думаю поставить сюда полноценное сцепление. У меня же она же соединенная из двух половинок. Это верхняя, это нижняя. Она тоже скрученная здесь. И вот болты здесь стоят. Вот, думаю раскрутить. Поставить сцепление и потом это все дело уже поставить. Она сдвинется тут буквально сантиметра на 4 вперед подастся. Руль чуть подастся вперед. Вот это вся рулевая балка тяги. Вообще ничего трогать не буду. Оно все, просто рама вот эта смещается полностью. Он если его расцепить, все, только ремни скидывай. И она, трактор разъезжается на две части. Тут 4 болта открутить. Вот такая вот штука. Я их не заваривал. Воткну сюда полноценное сцепление. Кстати, буду делать те сцепления, два варианта у меня еще есть. Как сделать еще компактнее, так, чтобы, возможно, и раму не пришлось передвигать, а прямо вот на это место воткнуть все. Вот такая вот штука. Ну, посмотрим, это только в планах. Этим займемся чуть попозже. Трактор нужен уже сегодня. Все. Готово, тяга готова. Оказывается, вот эти две замечательно левых подошли. Здесь даже чуть-чуть резьбы срезал, так, чтобы вот это можно могла закрутиться до конца при необходимости. Вот. Оставил только с одной стороны резьбу правильную. Если надо, отпустил, тягу достал, выкрутил сколько надо, закрутил все. Хотя это
Можно было и не делать, заварить его. Ну, сделал, пускай будет. Тяги там настраивать. Вот. Выворот отличный получился. В отрицательный не уходит, там она он упирается. При этом, при всем, вот толкаю в колесо, и из выворота выходит. А так бы в отрицательный уходило, да? Также и в эту сторону. Сюда. Кажется, вот что вроде прямо, да, на самом деле. Вот он газовый резак. Сошки согнуты, подогнуты. Так как нужно. Вот. Вот в колесо. И в обратную сторону. Вот такие дела. Все настроил. Все замечательно. Сейчас гайку сюда надо прикрутить. И делаю тягу на рулевую колонку. Стоит балка. Вот так уже все на месте. Узел. Вот так вот закрученный. Везде подлазит. Тяга не ниже. Шкив ниже. Тяга прячется под верх. Вот. Все получилось замечательно. Поднимал там, качение проверял. Здесь шаровый чуть подрезал и выровнял его и там. Все регулируется стандартно. Здесь я уже говорил. А ну выкрути руля. И этот самый. Все. Резина скрипит как новая. Вот это весь выворот. Конечно, не полный будет, а он и не получится, потому что при качении колеса могут упираться, если делать полный, упираться в раму. Я поднимал, проверял. Вот. Маятник не ставил, есть там подруливание небольшое, но это при полной качели подруливание, которого будет незаметно при обычной езде. Заморачиваться не стал. Вот, также на коротыше. Для того, чтобы легче было крутить. Мог бы доварить еще, но у меня здесь оно бы упиралось в раму. Так на коротыше я ставил. Ближе к редуктору. И все это вот крутится очень даже легко. А на ходу будет еще легче. Без камер. Для начала. А потом, если что, поставим камеры, если будет сильно падать. При полной загрузке надо проверить, просто интересно. А тягу ставил спереди, просто удобно там ее вымерять, вымечать. Она была у меня не прикручена, так поднял, мост развернул, также на шаровые опустил и сидел здесь спокойно работал, выгинал сошки газовым резаком, подгонял тягу, а потом ее, когда уже сварил, развернул на место туда и все. Все просто. Да, и угол, да, этот, Акермана, будем так говорить. Ну вот он, через шаровый, если вот так вот посмотреть, четко идет на редуктор. Ну вот я так вот становлюсь, смотрю, точнее на мост, я говорю на редуктор, на сам мост. Так как надо. Кувалда, газовый резак и газовый ключ. Делают угол так как надо. Вот такие дела. Ну что, мужики, испытания идут. Короче, вот на траве катанулся. Получается где-то радиус метра полтора по внутреннему. То есть 3 метра вот так вот диаметр. А больше не получается, он в раму будет упираться колесом. Так что вот такие вот дела. То на месте крутился, теперь вот так вот. Ну ничего, нормально. Надо привыкать к такому развороту. Будет трактор с передним ведущим мостом, будет также крутиться. Без камер. Даже тут... Но земля меня. Проезжай. Они даже вон и не проминаются вообще нисколько. Офигеть.
Так это полное. Сейчас еще болванок накидаем сверху. Килограмм 100 еще сверху кинем туда. Посмотрим. Так, завезли земли прямо сюда. Сейчас оттарил все по нулям. Все по нулям. Стропы, цепи. Сейчас зацепим, взвесим. Так, ну все, тут поднялось. Вот оно висит, штыри. Расплинтовал. В общем, вместе с бочкой, ну я ее потом взвешу, когда будет она отдельно. 167 килограмм. Ну пускай бочка, ну 17 она точно не весит. Даже если и весит 17. Ну, вот 150 килограмм вот сюда она взяло запросто. Даже вот сейчас болваночку еще можем кинуть. Я знаю точно ее вес сверху. И посмотреть на колеса. Вот там она 58,5 килограмм. И будет 200 килограмм нагружено на передок. Вот. И посмотреть. Чисто ради интереса. Ну вот, больше 200 килограмм на передке. Колеса без камер. Сейчас вот кирпичиный кусок положил. Отлично. Отлично. Не, назад не пойдет. Он... А не, пошел. Во. Отлично. А тут еще сыро. Что, куда еще попрыгать на нем? Я зачем попрыгаю? Без камеры. Так, куда? Проверку прошел. Скат проверку прошел. Без камеры. Без камеры, да. Болванку давай скинем. Десять сантиметров. Бордюрчик такой, сказать. Сварил такую приблуду, 40 на 40 рамка, там сетка эта штампованная, да, уголки 35 сантиметров, ну вместе с вот этими и вот этой верхушкой, наверное, все 40. Что это будет, как думаете? О, подставка, ну поехали, не-не-то, на те же самые крепления, те же самые шплинты. Ничем, она только просто держится. Ну поехали. Это вот подошел. А ну стой, 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 стой. Она низкая. Вот тут, я не знаю, там сантиметров 15 может. Спокойненько встал. И погнал. Че ходить пешком? Отлично. Даже грязь можно счищать. О, барбос. Офигенно получилось. При желании можно еще и кресло приделать, чтобы еще и сидеть. У соседа картофан уже повылазил. У меня еще нет. А, не, вылазит он. Картофан и у меня. И траву надо уже косить, чтобы она ровненькая вся была, наверное, возможно. На речке офигенно.